Muhádžír. Tak nazývali první muslimy, kteří v roce 622 následovali Mohameda na útěku do Mediny. Jeden ze soudobých významů slova znamená člověk, který ztratil domov. Их осталось немного, сколько именно неизвестно. На вид они такие же афганцы, смуглые лица, бороды, национальная одежда. Они стали мусульманами, выучили местный язык и обзавелись афганскими семьями. Но для афганцев они так и остались чужаками, бывшими солдатами 40-й армии, давно покинувшей пределы Афганистана. Ули Хумри – транзитный афганский город, растянувшийся на 10 километров вдоль трассы Кабул-Мазари-Шариф. Город живет торговлей, и мало кто из приезжих надолго тут задерживается. Найти Рахматулло в этом скоплении лавок и контейнеров оказалось не так сложно. Он местная достопримечательность. Едва не любой мальчишка покажет лавку у бензоколонки, где торгуют русские. Для остального мира Рахматулло пропал без вести почти четверть века назад. А вы знаете, наверное, видали фильмы «Робинзон Крузо», да? Это почти то же самое, но, конечно, там людей было мало, населения здесь много. И другие понятия, и другие речи, и все остальное. И жизнь другая, конечно. Но типа с этого начиналось, все с нуля началось. С конца 50-х и до своего распада Советский Союз участвовал в войнах в 22 странах. Лаос, Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Камбоджа. Мало кто тогда знал об этом. Выпуски новостей подобные кадры не попадали. Все эти войны шли под хорошим информационным прикрытием. Порой оказывать помощь очередному режиму даже солдаты-срочники отправлялись в гражданки. Разве что присутствие 40-й армии в Афганистане не скрывалось. Официально это называли интернациональной помощью братскому народу. Хотя у тех, кого посылали сюда, иллюзий не было. Они ехали на войну. Алексей Оленин родился под Самарой в маленьком городке Отрадный. Рос домашним мальчиком, хотя дружил со всеми мальчишками в дворе. Увлекался штангой и баскетболом. В школьном комбинате выучился на водителя грузовика. В 81-м году ушел в армию. После учебки попал в Афганистан. И весь срок отслужил в автобате. Часть стояла в северных предгорьях, возила грузы через Саланг. До приказа оставалось почти 100 дней. Алексей уже живо представлял, как поедет домой на дембель. Только не знал, что этот путь затянется на 20 с лишним лет. Нападение на одиночные машины у духов было делом обычным. Молниеносная, как змеиный укус, атака, быстрый отход. 14 декабря 82-го Алексей отстал от колонны. Когда на него напали, попробовал отбиться рукопашную, но, получив рукояткой пистолета по голове, потерял сознание. Очнулся уже в горах. Он до сих пор не понимает, почему его не убили. Возможно, потому что он стал первым шурави, которого добыл сын командира отряда. Позже командир отказался его обменять, сказал, что оставит при себе в память о сыне, который вскоре погиб. Так для Алексея началась новая жизнь. Все с нуля началось. Сначала языка не знал. Потом постепенно, постоянные разговоры с утра до вечера. Голова болела вообще без конца. Никогда вообще, даже таблетки не помогли. Чтобы я когда пил таблетки от головы, они не помогали. Постепенно стал понимать их язык. Несколько раз душманы хотели его застрелить, но командир не разрешал. Постепенно к пленнику привыкли, даже сигаретами угощали. Ну, я как бы для них как обезьяна. Кто не приходит, вот мы здесь имеем русского. Ну, все, и все смотрят со мной, стараются поговорить. Все спросить, русские какие люди.
Такую ерунду говорили, что это у меня просто волосы добросали. Что, мол, русские такое-то кушают, например. Мертвых, например, ногами вниз, головой вниз закапывают землю, когда хоронят. Ну, короче, кошмаров много было. Я им старался все это объяснять по-другому. Что вы неправильно поняли, вас обманули. Это, ну, обманули. Ну и, в принципе, вот это моя первая борьба была с ними. За то, чтобы люди начали понимать, что мы, русский народ, не такой народ, как они думают. Понимаете? Вот, и благодаря этому, я так думаю, да, в Дарайхинджон, где мы были, нападение на русские посты, где наши солдаты служили, сначала их было очень редко, но потом они вообще перестали это делать. Понимаете? Потому что я им начал объяснять, что эти солдаты пришли, на вас не нападают, нападение не произвели, понимаете? Они пришли вас защищать. Правдивое, объективное освещение афганских событий, заявил глава государства Бабрак Кармаль, корреспондент УТАС Герману Байкову, помогает афганскому народу в борьбе за независимость, территориальную целостность страны, помогает развитию и укреплению традиционной дружбы между нашими народами. Новое коммунистическое правительство Афганистана строило светлое будущее по известному образцу. Кармаль со всех трибун провозглашал, что советские войска пришли сюда оказать помощь в борьбе с контрреволюцией. В этой борьбе афганцы потеряли около 2 миллионов человек. Какая часть населения Афганистана поддерживала кабульский режим, неизвестно. Но если в городах власть НДПА с поддержкой войск еще сохранялась, то сельская местность была в руках непримиримых. Первое время, где-то неделю, сначала руки завязали, потом видят, что я спокойно себя веду, ничего. Но я в этот момент тоже смотрю, ну, осматриваюсь территорию, где я нахожусь и в какую сторону наша часть стоит, например. Вот. Написал письмо, не знаю, на письмо это наш. Они сами предложили, говорят, напиши свое письмо своим в часть. Я написал, старался, конечно, чтобы там среди них русский кто-то не понимал, старался жаргоном написать другим таким матершинам и что-то такое, ну, что они не знают, могли не знать, понимаете, не выучить, то есть в школах или где-то еще. Ну, а потом, не знаю, письмо это дошло до части или не дошло, главное, что я написал. В чьи руки попало то письмо, неизвестно, если вообще куда-то попало. В 82-м рядовой Ленин стал одним из тех, чье личное дело окончилось записью «пропал без вести». В первых списках пропавших, опубликованных вскоре после вывода войск, значилось более 300 фамилий. Созданному в начале 90-х комитету воинов-интернационалистов стран СНГ удается возвращать домой по 2-3 человека в год – живыми. Местные порой с точностью до дня помнят события той давней войны и часто с охотой помогают. Даже в селах, где против советских войск воевали все без исключения мужчины. Они помнят даты, помнят место, но, как правило, не знают ни имен, ни званий. И поисковые экспедиции в труднодоступные горные районы зачастую приводят к месту захоронения очередного неизвестного солдата. Старик говорит, что пленного звали Нурулло. Настоящего имени никто не знал. Всем русским сразу давали афганские имена. Советский войск вместе с Масудом. Его взял отряд Гафур-хана, где-то под Кабулом. А потом пленника отдали Ахмад-шаху Масуду. Советский это десантик. Десантик пробросили сюда, с этой стороны, с этой стороны. Нурулло погиб, когда тут проходила операция спецназа ВДВ. Кто его убил, старик точно не помнит.
Тело они похоронили по своим обычаям. И мы его покрыли с этой материей. Материями, да. Кость. Чтобы выяснить имя погибшего, зачастую требуется сложная экспертиза. До той поры пропавший без вести остается без вести найденным. Нурло. Откуда родом, ничего не говорил. Сказали, что крепкий. Говорили, что крепкий парнишка был. А сколько он стоит? Информацию о пропавших в Афганистане начали собирать еще в начале 80-х, когда война была в разгаре. Поначалу этим занимался особый отдел КГБ. Затем подключили спецслужбы, Министерство иностранных дел. В 89-м Верховный Совет объявил амнистию всем, кто оказался в плену. Только найти их сегодня не так легко. Вся информация зачастую – слухи о том, что кто-то, скажем, видел русского по имени Рахматулло. А что касается живых, это поиск этих людей, уточнение их реального места проживания, личные встречи и в конечном итоге мнение этого человека, который жив, который проживает в настоящий момент в Афганистане. Или это встреча с человеком, который проживает в одной из зарубежных стран. Это Европа, Америка. Сейчас есть данные по Африке. То есть за последние 15 лет с момента окончания этой войны судьба людей разбросала. Михаил Желтаков занимается розыском пропавших уже не первый год. По своему опыту знает, главное не терять надежду. Со временем Алексей освоил местный язык и, не понимая ни слова, вызубрил на арабском 5 страниц Корана. Отношение к нему изменилось. Ему дали новое имя – Рахматулло. В переводе – благословение Аллаха. Я не знаю, я сегодня же выбуду, или завтра я уже готов, убьют меня, или сегодня, это неизвестно. Вот эта неизвестность и критическая минута, да, меня поставила в такое место, чтобы я обратился к Богу, понимаете? Я решил, что Бог один, какая разница, как, где, главное, чтобы его принять. Вот. И я сам уже по своей воле, уже они, это не насильно ничего, я сам принял веру. Только уже на исламское стало, но это разница нет, какая бы ни была, главное, чтобы человек Бога знал. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду. Бог помогает человеку, понимаете? Я вот это, у меня надежда, что мне Бог поможет. Я надеялся, что я выживу и что я должен отсюда выкарабкаться, понимаете? Живым должен отсюда выбраться из них. Рахматулло не раз думал о побеге, но в горах было не спрятаться. Для афганцев он так и остался мухаджиром, чужаком. Они проверяли как? Автомат давали или пистолет? Иголку вытаскивали. Вот. А потом патроны есть, все есть, а иглы нету. Ну и там тебе 2-3 человека так проводят погулять. Что пойдем, мол, на охоту или погуляем, или там к речке спустимся. Автоматы, вот, мол, наш друг, все, автомат, говорит, ты же верующий стал уже, все, да, вот тебе автомат, сам себя защищай. Вот. А потом, когда ты, например, идешь, да, например, у тебя сейчас в душе такой момент, что ты, вот ты увидал, что вот твоя часть, да, ты уже можешь удрать. Понимаешь, многие ребята, вот так, наверное, мне так кажется, что они погибли только из-за этого. Был случай, две банды насмерть забили пленного, когда не смогли поделить между собой. А даже попытка побега каралась жестоко. Так погиб Мухаммад Ислам по прозвищу Канарейка. Советский солдат, который принял в плену ислам и получил новое имя. Его настоящего имени местные не знают. Это было 12-го Кауса 1364 года.
Я был в штабе, когда он сбежал. После вечерней молитвы Мухаммад тайком ушел из деревни и спустился вниз под гору. Его поймали и привели в штаб. Он был мусульманином, изучал Коран, но его все равно приговорили к расстрелу. Привели сюда и застрелили. Тело забросали камнями. Когда Рахматулло дали для проверки автомат, казалось, пара очередей и свобода. Но он не решился выстрелить. И что интересно, у этого автомата была заметка. А потом, когда мне этот автомат не дали, я увидел эту заметку. Я узнал, что иглы здесь нету. Байка. Да, байка нету. Все, я так подумал, ага, это проверка. Это проверка, то есть на мою честность. Я верующим стал или не стал? Вывод советских войск из Афганистана. Репортаж наших корреспондентов из приграничного города Термеза. И вот прозвучали последние на афганской земле команды. Боевая колонна выходит на границу. Теперь все позади. Этих кадров Рахматулло не видел. Он не слышал слов диктора о том, что в Афганистане не осталось ни одного советского солдата. Там, где он жил, электричества не было. Он только знал, что на 7-й год плена надежда вырваться ушла вместе с последней колонной советских войск. Когда закончилось, наш, когда вышли, знаете, какое-то такое ощущение, да, в сердце, что вот что-то какая-то надежда была последняя, она ушла. Понимаете? Такой момент был странный, да, вот в сердце человека. И просто невозможно на слова просто как-то выговорить это все. Понимаете? Это как-то, это надо просто почувствовать. Это самому или пережить это что-то нужно, понимаете? Это то, что чувствуется сердцем или душой, да, это все другое. На язык просто невозможно правильно оформулировать, чтобы вы правильно, может, поняли, чтобы меня. Вот так. Вскоре после вывода 40-й армии афганцы согнали пленных, чтобы показать западным журналистам. Они в отчаянии. Они ждут поддержки, помощи от Красного Креста, но пока ее не получают. Мы не собираемся никого убивать, хотя, к сожалению, это уже происходит. Другая группа казнила 17 человек, да. После этого представления пленных вернули полевым командирам. Кого-то удалось освободить, кого-то обменять. Кто-то, вывезенный Красным Крестом на Запад, в СССР уже не вернулся. Кому-то, точнее многим, не повезло. Шахмасуда. Связной. На спецтранспорте. Праздник козлодрания в селе. Бускаши. Козлодрание. В эту игру афганцы играют уже не одну сотню лет. Цель каждого всадника – схватить и удержать добычу. В 1953 году эту забаву даже хотели официально сделать национальным видом спорта и установить правила командной игры. Только идея не прижилась. В классическом бускаши каждый сам за себя и все против всех. Вполне отражает национальный дух. Искусство афганских войн совершенствуется под тем же правилом. Падение режима НДПА привело к тотальному бускаши, в котором каждый военный отряд стремился отхватить себе кусок территории побольше. С
Север воевал с южными провинциями. Лидеры альянса, захватив власть в стране, принялись воевать между собой. До Рахматулло уже никому не было дела. Но мысли о возвращении опять пришлось отложить. Для афганцев за пределами своей округи он был все такой же кафр, неверный. А значит, жизнь его по-прежнему ничего не стоила. Долгие годы среди этих людей многому его научили. Даже до сих пор, я сколько здесь уже 20 лет с лишним живу, эти люди как были, так и остались, они не изменились. Как дети какие-то, странные они люди, наивные, но к тому же и жестокие. Понимаете, это странный народ и очень интересный народ, но проблем тоже много, всего очень много. Рабочий визит вице-президента России, событие, которому уделяется большое внимание в Пакистане. В 1991-м переговоры о возвращении пленных вышли на самый высокий уровень. Вице-президент Рудской, сам во время афганской кампании, побывавший в плену, встретился в Пакистане с лидерами непримиримых. Как много бывших советских солдат находится в плену вашей группировки? Нашей группировки? Хорошее число. Что это значит, хорошее число? Ну, мы их вернем быстро, если это станет возможно. Через два года после этой встречи Рахматулло вывезли в Пакистан. Использовали как фишку в политической игре. После обсуждения глобальных проблем пакистанские власти неожиданно представили российской делегации трех бывших советских солдат. Премьер Беназир Бхутто заявила, что они могут ехать домой хоть сейчас, и выдала каждому по пачке долларов на дорогу. После 12 лет плена Алексей вернулся домой. Устал, я ее поднял, на диван усадил, она еще трясло ее, я ее успокаиваю, сижу. Я думаю, как раз щелкну. А потом одеяло ей принесли, ей холодно стало. Лешка. В 1994-м прямого сообщения с Кабулом не было. Добираться пришлось кружным путем. Опять через Пакистан, а дальше на перекладных через воюющие провинции. Рахматулло по-прежнему был для афганцев русским, но эту жизнь он знал гораздо лучше, чем новую российскую. Хотя главная причина возвращения была не в этом. Была одна загвоздка, из-за которой я вернулся сюда. Это была моя жена сейчас, которая моя жена. Раньше она жена не моя не была. Ее мне засватали, и она осталась как бы невестой для меня. Мне вот это просто как-то в душу залезло, чтобы как же там мне ее оставить? Невозможно это. Нужно опять возвращаться и забрать ее. К моменту сватовства невесте Наргиз исполнилось всего 14. Еще год с лишним Оленин зарабатывал на Колым, торговал на рынке. Будущий тесть запросил 3 миллиона афгани, по тем временам $900. Совсем немного. Мне просто, я говорю, повезло. Случайно повезло. Но он человек бедный был, да? Он бедный человек был, и он тоже так на деньги сильно не опирался. Просто, говорит, как Бог даст. Ну, говорит, как у нас, потому что порядок такой. Ты, говорит, мне дай вот столько-то денег. Больше, я говорю, тебя просить не буду, потому что ты тоже не с нашей родины. И деньги большие с собой не имеешь, наверное. Вот тоже, как говорится, как они здесь называют, муаджир, не? Муаджир, то есть тот человек, который переехал с другой страны в другую страну. Эй, давно бы ты кафтарака? Давно бы ты кафтарака? Их дочка Жасмин говорит с папой только на дари. Она еще слишком мала, чтобы понять, кто он и откуда. Жасмин могла бы расти в России и говорить по-русски. Алексей хотел после свадьбы уехать домой,
Но в Афганистане в очередной раз сменилась власть. Изначально немногочисленное движение талибов, учеников Аллаха, быстро превратилось в мощную силу и взяло под контроль весь юг страны. Кабул оказался в окружении. Правительству тогда удалось отбить атаку талибов, но ненадолго. Вскоре после свадьбы границы вновь оказались закрыты, и Алексей пропал без вести второй раз. Тут пришли талибы, все кверх ногами опять пошло. Ни правительство, ни черча, вообще ничего. Ну и в принципе они, эти талибы нам помогли, дали дома, да, чтобы мы где-то жили. Вот. Но чтобы у нас таких больших денег не было, и обращаться нам просто было невозможно, что мы хотим опять уехать туда домой к себе, и тем более вместе с женой. Если бы мы такое заявили, возможно, может быть, нас и уничтожили за это, что мы возвращаемся обратно. Жизнь русских афганцев теперь мало чем отличалась от жизни афганцев коренных. Человек со стороны уже не выделит их в толпе. Они стали мусульманами и обзавелись семьями. В Афганистане опять сменилась власть, по улицам теперь разъезжала американская техника. Это время афганцы называют «Гольданг» – «Смутное время». Рахматулло торговал на рынке, вспоминая прошлой жизни, только при встрече с бывшими товарищами по неволе, такими же, как он, русскими, потерявшими всякую связь с родиной. Махибулло в своем поселке Хинджан больше известен под прозвищем «Электрик». Он полтора года в одиночку копал этот канал, чтобы построить маленькую гидроэлектростанцию. Теперь зарабатывает, заряжает на сельчанам аккумуляторы. Когда-то его звали Юрий Степанов. В 85-м пошел в армию и в тот же год попал в плен. 18-летнему пацану маджахеды предложили либо расстрел, либо жизнь. Но по другой вере. Степанов выбрал жизнь. Его сыну Нуро уже 4 года. Харьковчанин Насратулло служит в полиции, зарабатывая $80 в месяц. К маджахедам попал в 81-м, сбежав из части после призыва. Обучался в пакистанских лагерях, 8 лет воевал против бывших соотечественников. Но о своих подвигах вспоминать не любит, но, говорят, много всякого за ним числится. Он специалист, подрывник. В списках пропавших когда-то значился как Николай Выродов. Но по своим настоящим именам все трое называют себя только между собой. Пока ждать, когда нам Бог пошлет на нас какую-нибудь радость, чтобы мы смогли какими-то путями выбраться отсюда и домой попасть обратно. В начале 2004-го Оленина нашла поисковая группа. Благодаря спутниковому телефону удалось впервые за долгие годы услышать голоса родных. Он позвонил сестре в Отрадный. Слышишь меня? Привет. Ну вот и хорошо, что слышишь. Так, все нормально? А? Так, все нормально. Только знаешь что, нужно мне сначала бумаги. Все это оформить. А потом уже только что ты мне вызов дала. Для моей жены, чтобы вызов дала. Понимаешь? На девчонку и на жену. Ну а после всего этого оформления посмотрим. Деньги наберем, чуть-чуть накопим, чтобы доехать. Ладно, не плачь. Тихо, тихо. Не плачь. Жизнь, она потихоньку уходит. Понятно? Жизнь потихоньку уходит. В одну дверь зашел, в другую вышел. Вот вся жизнь. Если бы все это правильно поняли. Принять решение снова полностью изменить жизнь оказалось не так легко. Россия казалась такой далекой. Что ждет его там? Рахматулло не знал. А в Афганистане он прожил уже почти четверть века. Мы прекрасно понимаем, что времени ушло очень много, что у людей поменялось и мировоззрение, и пережили они достаточно много страшных, в общем-то, событий. Поэтому никогда не настаиваем на обязательном возвращении домой. И если человек добровольно принял решение вернуться, мы оказываем помощь. Если нет, он сам хозяин своей судьбы, он знает, что он делает, и ни в коем случае мы не оказываем давления.
На встречу с поисковой группой Оленин пришел с друзьями, чтобы еще раз всем вместе обдумать возможность вернуться домой. Хотя каждый из троих, как выяснилось, для себя свое собственное решение уже принял. Тот Валерий был у твоей сестры. Она тебе передала привет. Скромные сувениры. Самарские конфеты. Вот. Она очень хочет тебя видеть. Передала письмо, в котором написала все, что думает, все, что хотела бы тебе сказать, но, к сожалению, не может. Ну, Алексей, привет от Тамары Ивановны. Спасибо большое. Тем более, что вы с ней близнецы. Ну, сестра, конечно, пишет, как она сама там живет, и родственники. Ну и мне большой привет им тоже передавала. Она про Николая не знает, Юрке привет передавала. Ну и попросила, чтобы мы возвращались домой. Да, неизвестность немного пугает человека. Но это мелочи жизни, как говорится. Риск – благородное дело. Кого она не пугает? Жизнь – такая штука. Твои планы какие есть? Мои планы? Посмотрим, жизнь что покажет. Что останавливает тебя? Много чего есть здесь. Жена, дети. Это же тоже надо принять во внимание. Ты с ними разговаривал, они что говорят? Разные разговоры. Один пускает, второй не пускает. Не тянет вообще, нет, домой? Ну, так бы тянет. Тянет, потерпим еще. Но сейчас не готовы поехать, да? Не, я вообще не собираюсь ехать. Может быть, менять что-то не хочется? Не. Такого страха нет, просто я здесь привык уже. Большая половина жизни здесь у меня прошла. Подготовка к отъезду заняла полгода, пока оформлялись документы на въезд и выезд в России и Кабуле. На поверку Алексея с этой землей связывало не так много. Дом, выделенный когда-то талибами, за это время захватили бандиты. Пришлось переехать к тестю. Вещей в дорогу на всю семью набралось 2 чемодана да сумка. Что у меня осталось здесь? Последние вещички. Так. Ангама, ремикс. Ахмад Джаир. Будет что жене послушать и вспомнить про родину. Все-таки, чтобы не скучала. Так, все готово. Все. Пойдет? Можно отправляться. Туда калай Маруску. Да калай Маруску. Верена кухай. Верена ворот. Хо, пошли. Бля. Плачут, да? А ну, видишь, какой рёв скажет. Хо, куда физику катишь? Сейчас попрощается чё с сестрой. Бля. Вова, ты бро, он с ковлёра, бо?
Наргиз никогда в жизни не выезжала за пределы Пулихумри и после замужества на людях носила паранджу. Впрочем, до этого дня на людях она показывалась нечасто. Там, где она родилась, слово мужа – закон. Женщина ведет дом и воспитывает детей. Поэтому она только молчит и слушает. Она не умеет ни читать, ни писать и уверена, что взятая из дома кофточка согреет ее зимой. Она совсем не представляет, что такое Россия. Классное место. Мы к нему уже. Мы уже. Арвах. Самароком джам я к нему. Муту. Чанвах вот мяем же. Чакар мя за ним. Мои гиреме к ним. А у Бозиме к ним. Я рассказываю, как здесь я рыбачил. Купались. За грибами приходили. Ну, говорю, вот сейчас, скоро, говорю, через неделю-две приедем, тоже будем купаться, рыбачить. Так что не заскучайте с нами. Все будет нормально. Привыкни к нашей местности. Какие вы... Какие малышки красивые. А где там Наргиз? Ну, рада видеть. Рада видеть. Рада видеть. Давайте, заходите в дом. Идемте. Идемте. Здорово. Тетя. Тетя. Здорово. Идем, там все нас ждут. Да? Да, конечно, мы уже здесь. Ну, конечно, да, остальное все мое. Моя дочь, и не откажешься. Пришел день, дождались своего домой. Такой парень был хороший, спокойный, умненький. Вот так вот получилось, жизнь так распорядилась. Все, тебе привыкает к нашей земле. Своей земле, родной. Нет, если так по-чудно, если так сказать честно, да я и там себя не считал своим. Я всю жизнь чужой. Таким же застольем Алексея встречали, когда он вернулся из Афгана в первый раз. Только люди за столом постарели на 10 лет. И нет матери, которая умерла, так и не дождавшись сына. Несколько лет она рассылала запросы, пытаясь отыскать его следы, потом сердце ее не выдержало. Но сейчас никто не решается задать те вопросы, которые вертятся на языке. Словно боятся испортить праздник. Порой кто-нибудь, забываясь, предлагает Наргиз вина. Она сейчас, как когда-то Алексей, в чужой стране. Только в отличие от нее, Алексею в Афганистане рассчитывать было не на кого. Просто неимоверно, вы просто это не можете почувствовать. Потому что это сердце радуется и вся душа. Это я не могу просто объяснить. У меня слезы наворачиваются. Когда мы узнали, что он живой, когда он без вести пропал, вот. Мать долго звала, через Красное Крест искала, через Англию. Вот. Мы его когда нашли, извините меня, скажите. Вот. Но мы надеялись. Вот. Мама, все вот, верили. Дождались мы полностью его. Но правда он принял ислам. Пускай он вер, как говорится, вера. Он сейчас приехал, как говорится, сюда домой. Он приехал на свою землю. Он знает, что приехал, мы его как ждали. Все. Он теперь знает, что он здесь будет до конца своей жизни жить. Пускай она афганка. Извините, мы ее научим по-русски разговаривать. Извините, просто. Я не могу говорить. У меня слов не хватает. Я не могу. Четверть века жизни в Афганистане научили многому. Теперь нужно только понять, как начать эту жизнь заново в России. Жизнь заново. У меня мама, да, была оптимисткой. И у нее, ну, она вложила просто в мой характер тоже оптимизм. Понимаете? Я и в детстве всегда таким был. Никогда не унывал. Даже любая проблема, если создавалась, я верил, что она... должно получиться. И также в Афганистане я верил, что я все-таки когда-то, может быть, вернусь к себе на родину. И заживу, как все нормальные люди. Вот так оптимизм нужен больше.
И там тем, которые были со мной вместе, я им тоже это внушал, что надо верить и не унывать, короче. В любой обстановке нужно надеяться на лучшее. Легче всего решилась проблема с жильем. Власти города предоставили однокомнатную квартиру. Конечно, с голыми стенами и требующие ремонта. Но для начала и это было подарком. Еще немножко доделать осталось. Ну ладно, здесь стол поставим. Идем, без меня. Я хочу. Все, порядок наведем. Ну вот. Все-таки благодарить будем свою администрацию городскую. За то, что они нам эту квартиру дали на временное место жительства. Ну, а в будущем посмотрим, как будет. Жизнь покажет. Так что... Только для афганца несбыточная мечта многих российских семей выглядит странно. Там в доме обязательно должна быть мужская и женская половина. Пусть хотя бы по 3 метра на каждого. Но Наргиз приучена во всем слушаться мужа. Она с интересом смотрит альбом, где вся история его жизни. До того момента, когда он пропал без вести. Не принимай. Говорю, это моя мама, это твоя мама. Нет, говорит, это мама. Я говорю, нет, это моя мама, ты ее не знаешь. Твоя бабушка. Азма. Асту. Разобралась наконец-то. Жасмин без конца возится с невероятными игрушками, которых прежде и не видел. Ей нет еще и 3. Алексей говорит, что вернулся в Россию главным образом ради нее. Другая культура, другие обычаи совершенно. Ну, в принципе, вообще другая жизнь, каменный век, в принципе. Ну, там сейчас 14 век, у нас с вами уже 21 век. Это опять же большая разница. Сам он, отсутствующий в альбоме «Годы жизни», пропавшими не считает. Ну, я ушел пацаном, вернулся сейчас уже в зрелом возрасте. Ну, конечно, жизнь своими трудностями научила меня всему. То есть сначала понимать человека, что это такое человек, я просто понял на самом деле. Ну и, как говорится, пока человек трудности не увидит в своей жизни, он... так и остается ребенком, как мы, если, конечно, так можно выразиться. Ну, а когда сложности и трудности через него проходят, он закаляется этими трудностями, правильно? Так что я прошел хорошую закалку в Афганистане. Могло ли все сложиться иначе? Иногда он вновь пересматривает кассету, снятую в 1994 году, когда вернулся домой в первый раз и снова уехал в Афганистан, пропав без вести еще на 10 лет. Все то же застолье и мама Алексея со своими подругами. Счастливая от того, что сын наконец вернулся. Вернуться к жизни в официальном порядке оказалось сложнее. День начинается с похода по кабинетам. Чтобы устроить Жасмин в детский сад, нужно свидетельство о рождении. А у него только справка на языке Дарьи. Чтобы получить свидетельство о браке с гражданкой Афганистана, нужен документ о ее семейном положении. Да и самому Алексею необходимо восстанавливать массу документов. От военного билета до водительских прав. Вот так, все хорошо. Внимание. Снимаем. Обещали льготы, но льгот никаких нету. И насчет военного билета, военный билет не выдали, но то, что я афганец, такого документа мне не дали. Я уже от всего отстал на эти 24 года. Ну вот еще права получу, не знаю, как будет дело дальше. Тоже уже на машине давно не ездил.
когда меня брали в плен, у них все разобрали же, документы обратно не вернули. Так что мне все заново. Иногда, устав от хождения по кабинетам, Алексей сбегает сюда. На то место, которое показал Наргиз в тот самый первый день, в России. Здесь он когда-то мальчишкой таскал окуней. Только слишком много воды убежало с тех пор. И такого клёва, как четверть века назад, уже нет. К концу лета Наргиз заявила, что возвращается в Афганистан. Она так сильно заболела, что Алексей испугался. Возил ее по врачам, но ничего не помогало. Жена же говорила, что на нее навела порчу мать, не простившая отъезда в Россию. Она поверила. Поверила, что умрет, если немедленно не вернется. Слез нет, чтобы плакать, да я не могу плакать, понимаешь? Но внутри все это... Кровяные слезы у меня, короче. Кровавые. В Афганистане в черную магию верят безоговорочно. И чуть не в каждой деревне есть свой колдун. Или колдунья, как мать Наргиз. Отговорить жену от отъезда Алексей не смог. Ну, она и сама страдать не хочет уезжать, понимаешь? И не может с другой стороны, понимаешь? У нее как между двумя камнями она перетирается. И бросать меня не хочет, да? И не ехать не может. Вот и поди разберись. Ну, посмотрим. У меня судьба и так уже вся вот так. Посмотрим колесо дальше, как повернет. Найти Алексея Оленина на кировском рынке Самары оказалось не так легко. Его контейнер теряется в ряду таких же торговых ларьков. Разве только соседние продавцы еще покажут, как найти Лешу, афганца. Всю историю своей жизни он мало кому рассказывает. Кто-то понимает очень хорошо, разбирается в таких вопросах. Они вообще, ну, как-то сожалеют о том, что со мной такое случилось. Ну, судьба есть судьба. Кто-то не понимает, там, по-другому думает. Ну, указываю, я не могу сам объяснить правильно. Пускай понимает. Потому что это, через это пройти, не каждому дано понять, что это такое. Оставшись один, он занялся тем, чем зарабатывал на жизнь последние десяток лет. Занял денег, арендовал контейнер. Новая жизнь проходит перед ним чередой покупателей. Законная новая жизнь началась. Когда я уезжал, это было при Брежневе. Был Советский Союз, другая жизнь была. Все люди поменялись вообще, даже характер у человека поменялся весь. Сам человек поменялся. Ну, как-то начали по-другому думать. Свободнее, что ли, я не знаю, или как-то. Афганистан – это Афганистан, там оно и испокон веков такое было, да? Но все-таки там другой склад людей, другое направление. А здесь человек советский, бывший советский человек, стал совсем другим человеком. Он говорит, что очень редко вспоминает Афганистан. Там не осталось хороших воспоминаний. Иногда только вспоминаются люди, с которыми довелось все это пережить. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть человек я знаю, что там есть конкретно. Больше не знаю, что там есть кто-то или нет. Просто без вести пропавшие, и надо искать их до сих пор. Потому что есть такие районы, да, тем более Афганистан горный.
Есть такие отдаленные районы в горах, туда просто, ну, не каждый ходил, не каждый может дойти. Живут они там, например, занимаются скотоводством, в горах проживают, и не вообще, в города очень редко кто уходит. А если даже не уходят, они, ну, как обычно, уже человек сам поменялся, бороду отпустили, уже в другой одежде, их не узнаешь, разговаривают свободно на их языке. Поэтому сложно узнать кого-то из них, что он именно из России, или с Украины, или из Беларуси, или еще откуда. Как ему кажется, здесь мало кто может понять, что чувствуют те, кто остался там. Знаете, понятие родины – это чувствуется на чужбине. Что такое родина, и там, где ты прошло у тебя детство, где ты выучился, жил. Друзья, родители, родственники – все это другое совсем. Это чувствуется издалека, а не когда рядом живешь. Или там живешь, на своей родине где-то. Вот так.